208 дворов, 46 общественных пространств и 2 парка. Именно столько удалось благоустроить в прошлом году в рамках программы «Комфортная городская среда». Что в регионе преобразится в 2018-м, еще только предстоит решить. Заседание межведомственной комиссии по этому вопросу в понедельник провел Станислав Воскресенский. Губернатор подчеркнул, прежних ошибок быть не должно. Нельзя медлить с принятием решений, чтобы асфальт во дворах опять не пришлось класть в снег. Кроме того, глава региона заметил, программа должна быть развернута к людям. Именно жители области должны иметь возможность выбрать места, которые стоит облагородить. И по тем точкам, где будут готовы эскизы, я думаю, что они будут готовы, главы муниципальных районов об этом позаботятся, проголосовать и за сами варианты благоустройства. У нас люди должны быть вовлечены активно в формирование комфортной городской среды.